Привет, подписчики и зрители моего канала. И сегодня у нас очередная новиночка от Kinder Surprise. Это новые супергерои из вселенной Marvel по комиксам. И обложка у нас здесь Человек-паук. И, если честно, я не знаю, кто это. Если знаете, напишите, что это за персонаж, за такой интересный. И обложка у нас будет у всех одинаковая. Здесь будут только коллекционные игрушки 34,87. В коллекции их 8. И я надеюсь, что мне с этой коробки удастся собрать полную серию. Так, первым нам попадается Халк. Давайте посмотрим, изображена у нас здесь. Так. Вот таким образом выглядит вся коллекция. Это у нас фигурки-стрелялки. И у нас 8 игрушечек. Есть Халк, Человек-паук, Железный человек, Черная пантера, Капитан Америка, Гру. Так, это у нас, не знаю, Харли Квинн, возможно, или Суперменша. И не помню, как этого енота зовут. И они у нас, видите, стреляются по, как обычно они любят делать, картонным карточкам-мишеням. Здесь даже есть QR-код. Можно оживить эти игрушки в приложении и Play Do. И у вас будет еще один персонаж в электронном виде. Как это можно было делать с другими коллекциями? Это сборка из белых яиц, это розовые яйца, это натунсы. Так, вот такой вот у нас пулялка, стрелялка, которая сюда вставляется. Ну и нажимаем, и она у нас, опа, полетела. Вот такой вот Халк, очень даже какой-то добрый. Но мне нравится, у него очень кулаки такие прям мощные. Смотрите, фиолетовые штаны из матового пластика, а руки такие прям как бы блестящие. Не очень сочетание, если честно. Так же, как и ноги, а торс больше такой блестящий. Но в целом игрушка очень даже прикольная. Так, и должна быть у нас где-то к ней картоночка. Так, и ну и как обычно... Какой-то монстр, по которому у нас стреляет Халк. Ну, очень хочется верить, что мы соберем всю коллекцию. 32,82. Коллекция небольшая, не то что Kinder Joy. Так, и нам попадается Человек-паук. Из двух частей состоят игрушки. Низ и верх. Так, какая-то, мне кажется, у него очень большая голова по сравнению с туловищем, но качество здесь уже такое более интересное. Он весь из глянцевого пластика, изображен паук, то есть детализация игрушек здесь тоже очень даже неплохая. Куча всяких тут даже каких-то надписей, Marvel написано. Так, и здесь он стреляет вот таким вот сереньким элементиком, и это у нас паутинка. Так, и кого у нас тут должен убить? Вот какого-то такого монстра. Кстати, мне кажется, карточки у них у всех одинаковые, вернее, вот эти монстры, которые на них изображены. Коллекция от коллекции, все одно и то же. Следующий, 31-31. Здесь, скорее всего, наверное, должен попасться кто-то другой, слишком легкий. Так, вообще никак не гремит. И это у нас Железный человек. Тоже. Ой. О, классный. Чем-то хочет запулить. И вот такая вот к нему идет красненькая пулялка-стрелялка. Желтенькая голова. Но вот мне кажется, что здесь голова тоже какая-то несуразная, очень большеватая по сравнению с туловищем. Халк смотрелся более так поинтереснее. Здесь мне кажется, что какие-то головы очень большеватые. Так, и он здесь у нас тоже по какому-то непонятному существу будет стрелять. Так, ну что ж, может быть, я просто придираюсь. 31,67. Мне хочется дерево и енота. Как-то мне вот нравятся эти персонажи. Во, проговорила про дерево. Дерево Грув мне попался. Он какой-то такой... С одной стороны, вроде бы милый, а с другой стороны, все-таки так, не в ту сторону, наверное, сделала. Да, здесь вот он, правда, такой милый, такой маленький он.
здесь, как будто бы он маленький, и здесь у него листик, вот такой вот зелененький листик. Принты очень классно прорисованы, здесь такие узоры, все, в общем, здорово сделано, классная коллекция, мне очень нравятся эти супергерои. Намного интереснее, чем иногда они делают. И какая-то интересная планета, наверное. Но не очень, наверное, хорошая. 31,73. Так, и первая повторка. Железный человек. Так. Дальше у нас 31,09. Может быть, здесь кто-то другой попадется. Хочу енота. Давай, енот, попадайся. Так, и это у нас пантера. Черная пантера. Тоже такой интересный персонаж. Мне понравилось кино с данным персонажем. Вот такая вот черная пантера. Тоже здесь он какой-то такой не очень, прям сказать бы, воинственный. Лицо у него так изображено. Так, тоже какой-то интересный элемент. Смотрите, какой он классный. Прям мышцы, все. Все так интересно прорисовано. А маска его вот эта. Глаза серые под этой маской. Очень хорошая коллекция. Так, и нам попадается вот такая вот карточка к нему. Тоже какой-то герой. Так, дальше. 32,99. И это у нас Человек-паук. Опять повторка. 31,18. Не очень такое тяжелое яйцо. Так, никак оно не трясется. И это у нас опять дерево, грув попался. Так, 33. Тяжелое яйцо по сравнению со всеми остальными. Может быть, здесь енот нам попадется? Нет, нам попадается Халк. Да, он действительно тяжелый. 29,58. Такое достаточно легкое яичко. Интересно, кто у нас может быть таким легким персонажем здесь. Так, и это опять дерево. Нам попадается опять грув. Так, 33,28. Да, по весу иногда не угадаешь, потому что где-то шоколад больше весит, где-то может быть капсула. Так. И опять Человек-паук. Ну, как так-то? 5 из 8. 32,30. Тоже я взяла все, что было в магазине. Так, Железный человек. Ну что ж, первая палетка у нас с вами закончилась. И тут пошли одни повторки. Ну что ж, у нас есть еще одна палетка. 29,84. Будет, конечно, обидно. Да, конечно, если брать с одной коробки, вероятности нулевая, что мы соберем коллекцию, опять грув. Нужно брать из разных коробок, но они мне только-только попались, 31,11. Вот, все, что было, причем по акции, поэтому я рискнула, взяла, думаю, ну а вдруг? Нет, Железный человек. 32,39. Сейчас, конечно, их много во всех магазинах. Возможно, где-то есть они по акции. Так, опять грув. Не, мне это уже не нравится. 32,75. Ну, хотя бы еще одну новенькую игрушку-то нам надо. Так, нет. Нет, нет, нет. 30,92. Даже вот они разные весовые категории, и все равно игрушки попадаются одни и те же. О, попалась нам. Чудо-женщина, наверное, какая-то. Так, супер-женщина. А, ну это, наверное, и есть супер-женщина. Вот такая вот она, прикольная. Вот здесь вот, мне кажется, все гармонично. Даже личико так более-менее нарисовано интересно. И у нее вот такой вот какой-то летательный, метательный, просто желтенький элементик. Так, и к ней будет карточка. Где у нас к ней карточка, интересно знать. Так, вот к ней карточка. Вот такой вот мужик с молотом. Страшный какой. Так, ну что ж, у нас остается 4 киндера, и посмотрим. 29,52. Нам не попался енот. Так, это опять дерево.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Два персонажа, да? 3209. 3209. Так. Во, новенький. А, во, енотик. Классно, мне попался енот. И кто-то один остался еще. Надо сейчас посмотреть. Забыла уже, кто нам не успел попасться. Так. О, вот этот самый классный. Прям даже лучше, чем дерево. Енот мне нравится прямо определенно. Жалко, что повторок енотов нету. Я бы себе на стол такого енота поставила. И здесь тоже какой-то интересный вот такой вот листочек. Желтенький, подставка оранжевая. Сам он тоже в оранжевом одеянии. Костюм у него такой оранжевый. И он такого телесного цвета. А здесь у него все такое серое. Так, и вот этот противник енота. Прикольно. Ну что ж, у нас остался какой-то один ненайденный персонаж. Давайте посмотрим еще раз на вкладыш. Я уж их все не стала рассматривать, героев. Так, и кто же нам не попался? А, нам Капитан Америка никак не захотел попадаться. Так, можно оживить тоже в плейду. Ну, может быть, здесь попадется 3016. Еще есть два шанса, что попадется Капитан Америка. Хотелось бы в это верить. Так, нет, это Чудо-женщина. Ну, давай, Капитан Америка, 3249. И мы закроем эту серию, потому что одну игрушку искать это будет... Нет. О, кстати, попался енот. Классно, можно будет поставить его ко мне на стол. Ну что ж, увы, увы, без одной игрушки не получилось собрать коллекцию. Но одна игрушка — это все-таки очень даже хороший результат, потому что, как я уже сказала, это была единственная коробка. Обычно с коробки очень тяжело собрать всю серию. Лучше брать из двух разных коробок палетки, лучше брать верхние палетки, потому что мне так кажется, по крайней мере, что так будет лучше собираться, чем брать, например, нижнюю и верхнюю, но из разных коробочек. Но это лично мое такое мнение. Вот таким вот образом у нас выглядит коллекция без одной игрушки. Очень-очень классный. Енотик мне понравился прям больше всех. Почему-то вот как-то самый, наверное, не очень интересный выглядит Чудо-женщина. Если посмотреть издалека, у нее все-таки какое-то странное, мне кажется, личико. Ну, а вот это мой фаворит. И, в принципе, я довольна сегодняшней распаковочкой. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, жмите на колокольчик, подписывайтесь на мою группу ВКонтакте «Чердачок N». Как только мы набираем 2000 подписчиков, мы с вами будем разыгрывать мои повторочки. Будет один большой такой какой-нибудь интересный приз, как раз где-нибудь, я так думаю, что, может быть, к Новому году мы и наберем 2000 подписчиков. Это будет очень даже хороший мне подарок к празднику. Всем спасибо. Спасибо, кто со мной, кто меня смотрит, кто на меня подписывается. Делитесь моими видео в соцсетях. И я вам говорю, до новых встреч. Пока-пока. Следующее видео у нас будет микст. Мы с вами откроем много-много разных сюрпризиков из разных серий, из разных коллекций. И я пополню свои запасы игрушек. Ну, а вы получите неописуемое удовольствие. До новых встреч. Пока-пока.